Доброе утро! Вы, наверное, замечали, что в детективах преступников находят по оставленным ими волосам на месте преступления. Это свидетельствует о том, что волосы хранят информацию о человеке, составе его крови, вашей национальности, климате, в котором живете. Единственное, о чем не скажет волос, это ваш пол. Зато длина волос и прическа с легкостью справятся с этой задачей. И мы вам с этим поможем. Сегодня несколько вариантов причесок на длинные волосы. Для выполнения первого варианта сделаем высокий хвост. Сплетем косу рыбий хвост и сделаем ее более объемной. Закрепим хвост в пучок шпильками. Начнем с выполнения высокого хвоста. Теперь заплетем колосок, но возьмем не все волосы. Закрепим резинкой и выпустим пряди для объема. Для выполнения третьего варианта выделим на затылке круглую зону. Закрепим ее, чтобы пока она нам не мешала. От лба сделаем слабые жгуты и закрепим на затылке резинкой. Оставшиеся волосы тоже сплетем в два жгута, которые просунем к уже имеющимся. Добавим объема. Такие варианты несложны к исполнению и требуют только вашего желания. Будьте красивыми!